Сегодня проблема утилизации отходов актуальна как никогда. Если раньше все было просто и стеклянные бутылки сдавали в стеклотару, то что делать с пластиковыми – непонятно. На аллее по улице Некрасова появились полезные арт-объекты, где можно сдать крышечки от пластиковых бутылок, сами пластиковые бутылки. Сдать бутылки на переработку может любой желающий, но при этом они должны быть чистые. Кроме того, их необходимо смять, так в контейнер поместится больше мусора. Пластиковая бутылка может быть любого цвета, но она должна быть прозрачной. А ученый кот Кузя принимает крышечки. Их также необходимо помыть. Оба контейнера пользуются популярностью у горожан. Специальные службы регулярно очищают их от скопившегося пластика. Сейчас я не занимаюсь никакой сортировкой. Чисто не хватает физического времени, но до декрета я занималась сортировкой крышечек, причем сортировкой, когда уже все готовые вот эти вот пакеты собираются, я уже сортировала, то есть, ну, вместе с коллегами. Ненужные выбрасывали, а нужные отправляли на переработку. А там вот арт-объект есть отдельный для пластика? Мы видели, да, спасибо большое. Будете пользоваться? Ой, скорее всего, чуть попозже. Ребенок чуть вырастет, а руки немножко освободятся. Нет, не занимаюсь. А почему? Не знаю, не задумывалась пока еще. Большое спасибо. Попробую. Ребята, я не здесь живу. Я приезжий человек, у нас одна мусорка только. Надо бы, наверное. Это же, в общем, правильная вещь-то. Так и должно быть. Но население не готово. Это я уверен. 80% думают, как есть, так все и пусть остается. Финансовая мотивация нужна, да, в город? Нет. Да не знаю, что нужно. Не знаю даже. Как-то надо переубеждать. Ну, этого нет, но за собаками убираю. Я здесь не живу, я в том районе у нас нет такого. Нет, как-то не приучилась к этому. А знаете, что вот там вот на Некрасово есть бутылка такая, туда отдельная пластиковая бутылка теперь можно накидать? Обратила внимание. Молодцы. Будете молодцы пользоваться? Думаю, да. Это надо, да, обязательно. Это надо агитировать, надо, чтобы как-то у нас управа дом. Пускай агитируют, дают объявление. Это обязательно. Чистый город, он должен наш город. Информации достаточно и в газетах, и по телевидению, и по радио. Просто народ живет как-то своими старыми убеждениями, по инерции. Ему и так хорошо. А что это начинать, я даже сам не знаю. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.